Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин, и сегодня я хотел бы с вами обсудить тему аварии Ксении Собчак, а точнее ДТП с летальным исходом. Что ж, давайте поговорим об этом в данном видеоролике. Немного хотел бы затронуть непосредственно сам инцидент и в большей степени именно разобрать реакцию общественности, которая после этого, естественно, хлынула большой волной. По самому инциденту что можно сказать? Да, неприятно. Умер человек, выезд на встречку. Как довели дороги до такого, что у нас можно ехать на большой скорости и выходить на встречку? Почему бы не сделать все дороги автобанами? Почему бы не сделать все шоссе автобанами? Все дороги между городами автобанами? Дорого, наверное, кто-то скажет мне. Рационально отвечу я. Скажу, что тратьте на это деньги, время. Займитесь этим. Займитесь. Это не сложно. Это не проблема. Но при этом из-за отсутствия этого всего у нас происходят такие инциденты, такие аварии, такие ДТП с летальным исходом. Человек умер. Да. 7 миллиардов еще таких. Ходят, делают что-то. Кто-то ничего не делает. Но все равно как-то неприятно. Едешь ты домой. Или по делам бизнеса. Или просто едешь, потому что тебе нравится ездить. Потому что ты для этого учился, покупал машину. Тебе нравится этот процесс. И тут какая-то мудила вылетает навстречу. Бац! И ты больше не любишь ездить, ты больше не любишь есть, ты больше не любишь пить, ты больше не любишь общаться, и ты больше не любишь слушать музыку. Ты больше не можешь любить, тебя нет. И эту ситуацию легко исправить. А это не значит, что отказаться от мудаков. От мудаков мы никогда не откажемся. Поставьте разграничение, сделайте автобаны. Человек умер. Это неприятно. А сама Ксения Собчак, она же не виновата. Она сидела на пассажирском сиденье. С ее слов, была в телефоне, была в работе. Да даже если бы она там не была. Где ее вина? То, что она была в этой машине? Она что, была за вторым рулем? И из-за нее произошел выезд на встречку на большой скорости? Из-за нее, что ли, произошел этот обгон? Да даже если она кричала «гони быстрее», водитель ответственен за все. Он должен думать своей головой. И вот вы, мудаки, которые сразу сорвались на Ксению Анатольевну, вы своей головой-то думали, что она здесь по факту-то ни при чем? Здесь я хотел бы разобрать такой тезис, что... Если вам не нравится продукт человека, это не значит, что каждый раз нужно срываться на этом человеке и поливать его говном. Ты кто такой? Вот ты кто такой комментатор, который сразу полетел в ее соцсети, просто в пространство, в свои бложики писать о том, какая она скотина? Ты кто такой? Ты тот, кому не нравился Дом 2 или кому не нравится он сейчас? Ты тот, кому не нравится то, что она выдвигалась как кандидат в президент Российской Федерации? Или то, что она вроде как вся такая либеральная и противовластная, но легко может сделать заказное провластное интервью или репортаж? Ты кто такой? Ты вот этот человек, которому не нравится ее продукт? Окей, ну так пиши под этим продуктом. Это ДТП, это не ее продукт. Она просто сидела в машине. Она не водитель. Где ее вина? Ты тупая мудила. Ты кто такой? Ты человек, которому лишь бы повозмущаться? Знаю я вас таких. Вы живете только ради того, чтобы возмущаться. Неделя пройдет, все забудут. Но вот происходит такая херня...
Нет бы сказать, что печально, давайте соберем деньги, поможем с похоронами. Возможно, вы и это писали. Но вы и писали, что Ксения Анатольевна Собчак убийца, тварь, мразь и так далее. Вы кто такие, люди? Вы зачем ходите по этой земле? Для возмущения? Иди в следующий раз повозмущайся начальству. Иди скажи, чтобы он подключил тебе ДМС, чтобы он повысил тебе зарплату. Но только перед этим вспомни, что ты должен нормально работать. Повозмущайся сначала вообще на себя. Знаю я вас таких. Ваш понедельник начинается с бутылки пива за 50 рублей на остановке. Ваши будни проходят на больничном, потому что вам лень работать, и вы ищете любую причину, чтобы получать деньги. Вы выбрасываете бычки просто так, не донося до урны. Ваша зона комфорта заканчивается после того, как вы вышли из своей квартиры, а иногда, когда вы встали с кровати. Вы те, кто тайно дрочит на своих племянниц и учит жизни свою семью. Вы те, кто бьете жен. Вы те, кто сводите с ума мужей. Вы эти люди. Вас, к сожалению, много. Что с вами делать? У меня нет ответа на этот вопрос. Очень интересно работает наш мир. Лишь бы повозмущаться, лишь бы кого-нибудь обвинить. Показать, какие мы важные якобы, что мы здесь, услышьте нас. Мы смсимся. Мы умеем набирать тексты. По факту вы ничего не значите. По факту вы ничего не значите. Пройдет неделя-две. Проинцидент в общей массе своей все забудут. И про ваше возмущение забудут. Но единственное, что вы смогли сделать в момент этого инцидента, в первые часы дни, возмущаться. Вот вы кто. Ваша жизнь – это простое возмущение. Крик в никуда, который по факту ничего не сделает, ничего не поменяет. Вы делаете действия без действия. Мне стыдно в такие моменты осознавать, что я тоже человек, как и вы. Я не хочу, чтобы вы были людьми, потому что я человек. Вы те, кто оставляете комментарии, не досматривая ролики до конца. Вы те, кто сидите в якобы скрытых рабочих чатах и обсуждаете начальство, думая, что никто ничего не знает, хотя, ребят, все знают. Вы тихушники. Вы те, кто смелые дома, смелые в интернете и ничего не представляете вне своей квартиры. Вы всегда будете жить в нищете, в говне. И в этом уже говне вы и помрете. В своих токсичных выделениях. С вами был Данила Рыжкин. Ваша воля подписываться или не подписываться. Ставить лайки или дизлайки. Комментарии или нет. В любом случае, если вы зашли хотя бы на первые минуты этого видео, мне уже приятно, вы сделали действие, которое для меня хотя бы что-то будет значить. Даже если вы пошлете меня сейчас нахуй в комментариях, это увеличит ранжированность видео. Не будьте нормальными, господа, будьте рациональными. И всегда сначала начинайте себя, критикуйте себя и учитесь воспринимать конструктивную критику. Не будьте тупой толпой, господа товарищи. И немного от себя. Как же приятно критиковать, пить пиво и наслаждаться жизнью, не возмущаясь, наводя только конструктив. Чего и вам желаю. Всем спасибо. Всем дизлайк.